Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, в принципе, ребята, в прошлом эпизоде мы охотились на сокровища, как бы можно и так сказать, да. Давайте сейчас попродаем все это, что у нас сейчас есть, и посмотрим, сколько у нас будет алмазов. Если будет 200, если получится там 250, да, то мы купим еще один алтарь себе, ребята, да. Так, ну давайте попробуем, попродаем вот это все. Не знаю, хватит ли. Так, тут что? Так. 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 Еще что можно? Тут что? Вот это. Так. Уже, в принципе, там нормально, так. 25 алмазов. Еще что-то можно продать? 27 алмазов. 27 алмазов, ребята. Да. Вроде точь в точь. Там 223 или сколько. Не помню. Сейчас. Так. Что там? Тут сюда еще что? Так. О, там и там еще один. Так. Еще один алмаз. Ух, тут еще один. Там еще один был, но я не знаю, будет ли он там. Ух, сколько вас там. Где он? Где он? Так. Сейчас. И там еще один. Но он в земле, походу. Давайте покопаем. По идее, где-то вот тут. Вот он, отлично. Так. Так, ну, в принципе, еще тут выпало так нормально. Сейчас давайте уже и вот это продадим, чтобы хватило уже точно, да. Че там выпало? Сейчас. Так, сейчас. Сейчас. Тут еще есть поушен или нет? Вроде я больше не вижу. Так, тут у нас что? Так, нет, вот тут у нас что? Угу. И вот тут у нас больше вроде ничего. Вот, еще это можно продать. И вроде все. Да. Можно... Хотя нет. Так, ладно, идем. Сейчас. Еще сюда. Быстренько. Это кто там? А, пикинс. Ладно. Так. Ну что ж, ребята, идем посмотрим, сколько там алмазов. Посчитаем сейчас. Давайте так, чтобы... Ой, сейчас... Чтобы проще был. 50.
100. 150. А, 200, 244, ребята, да, чуть-чуть я неправильно посчитал. Ну, сейчас, 244, да? 200, 244. Еще нужно 6 алмазов, но все-таки давайте сейчас. И 250 алмазов, ребята. Так, сейчас. Давайте еще вот это пойдем все поскладываем в сундуки и купим себе, ребята. Купим мы себе еще один алтарь. Да. Так. Чё? Ух ты, у нас столько левелболов там. Вот, левелболы нужны. Так, сейчас. Левелболы нужны. Так. Что ж, ребята, идем покупать себе еще один алтарь. Там было ровно 250 алмазов. Так. Вот так. Отдаем их. Капут, сколько алмазов. И у нас сейчас вообще ни одного алмаза больше нету. Но зато еще есть один алтарь. Вот так, ребята. У нас есть еще один алтарь. Отлично. Есть алтарь для Артикуна. А вот алмазов-то вообще нифига нету. Отлично, вот он алтарь, ребята. Алтарь для Молтреса и алтарь для Артикуна. Так, ребята, ну в принципе, на следующий алтарь для Забдуса там, конечно, нужно 250 алмазов, а у нас вообще больше ни одного алмаза нету и больше ничего толком продать уже нету. Поэтому, ребята, вот сейчас мы будем все-таки на покемонов-боссов реально будем всех убивать. Можно и так сказать, потому что реально нужно. Сейчас, ребята, давайте возьмем и один орб. И пойдем прокачивать, да? Наших покемонов. Сейчас, что я еще хотел? Сейчас, секундочку. Так. Сейчас, что я еще хотел? А, что я хотел, что я хотел, что я... А, вот что я хотел, вспомнил. Нужно магнетона прокачать. А как говорят, он прокачивается в горах. О, сейчас, где он? Вот, отлично. Давайте как раз попробуем. Если он, конечно, вспомнит... О, вот этого покемона у нас еще нету. Если он как-то вот так прокачивается. Ну ему один, ну сейчас, убьем.
Да, действительно, ребята, магнитон эволюционирует. Я не знал, в принципе, что он вот так эволюционирует. Спасибо еще раз. Сейчас, давайте пока что уже эволюционирует. Давай, давай, давай. Ни хрена себе. Магнезон. Ну реально офигенный покемон. Во. Не, ну в принципе реально офигенный покемон, ребята. Еще раз скажу, спасибо тем, кто пишет, как кого эволюционировать, где кого ловить и что кому нужно для эволюции, как бы что кому нужно, да. Потому что, ребята, есть действительно такие покемоны, которые я просто не знаю, где их можно словить, как их можно словить, как они эволюционируют, где они эволюционируют. Ну, короче, действительно, ребята, еще раз говорю спасибо тем, кто знает, где они вот это все делаются, как они спавнятся, ну, как, где их можно словить, где их можно прокачать, как их можно прокачать. Потому что действительно есть такие, ну, которые есть всякие покемоны, которые я не знаю, как они прокачиваются. И тем, кто пишет, реально помогаю, да. Так, потому что вот Магнезона я вообще не знал, как его прокачать, но как бы мы его прокачали. Да, сейчас. Давайте уже его эволюционируем. В принципе, словили мы того покемона. Так же, как и есть еще покемоны, которых я не знаю, как эволюционирует, но кто знает, тот как бы пишет, да, что нужна помощь сказать, как он эволюционирует, потому что я не знаю, как и где его эволюционировать, и как его эволюционировать. И, в принципе, пишут и действительно помогают. Так что спасибо еще раз всем, ребята, кто пишет, как, где и какого покемона эволюционировать, и, ну, как бы, как его эволюционировать, да. Сейчас, ребята, давайте идем домой. То есть действительно есть такие, которых я не знаю, как они прокачиваются. Так, ну, о, там еще один покемон, босс. Он похоже в земле, но все же, ребята, нам вот сейчас действительно нужно, можно так сказать, всех покемонов боссов, так как капут просто-напросто. Нету вообще алмазов, а алмазы нужны. Вот он, да. Так. Так, ребята, сейчас. Давайте поскладываем. Что? Сейчас. О, тык. Да. А, ну, в принципе. Так. Сейчас. Так, вот этого. Вот этого. И сейчас. Так, их мы ставим в компьютер. Вот так. Сейчас этого мы поставим вот сюда, например. И этого поставим вот сюда. Да. Столько уже шайни. И сейчас возьмем на прокачку. Вот тут у нас вроде все уже прокачаны. Да, вот этот не прокачанный. Клефери. И, а она вроде эволюционирует с помощью лунного камня, да? Вроде. Но его у нас сейчас нету. Продали все, да. И Райдон. Шайни тоже. И вот ты, да. И у нас опять нету покемонов на прокачку. Нужно 5 ловить. Так. О, там. Сейчас. Так, найдем мы вот сюда. О, это еще где? Где он? А, вот он. О,
уже эволюционирует. Отлично. Вот у этого я не знаю. Ну сейчас давайте, пускай он эволюционирует уже. Сейчас, секундочку. Сейчас, секунду. У него вроде больше нету эволюции, как я понял. Вроде нет. Вот, это его эволюция. Так, сейчас. Вот, это его эволюция, больше у него вроде нету. Ну, если есть, ребята, то пишите. То действительно не знаю, есть ли у него еще эволюции. Так, вот. Сейчас, ребята, что я хотел? А, идем поспим. Так. И сейчас, ребята, о, да, есть. Есть, вот он. Так, отлично. А ну, может, опять звуки какие-то. Нет, больше нету. А, нет, есть. Да где ты? Да. Друзей у нас нету еще, точно. Сейчас. Попробуем. Если нет, то нет. Так, где он? В земле, да? Ну да, фиг по нему ты попадешь. Он же... А, нет, попали, в принципе. Ух, нифига себе у него урон. Нифига себе. Не убежим, как я понял, да? Ладно. Ну, этим, может, и убьем. Этот реально сильный. Отлично. Так. А вот покемон босс уже пропал, да. Идем домой. Сейчас, я опять что-то хотел, но... Ладно. Так. Сейчас, ребята. А ну, давайте сейчас. Тут... О, есть, еще один. Так, вот он. Отлично. Так. Так, ребята. Идем мы вот сейчас на остров. Может, еще немного прокачаем орб. Так, ну что, давайте попробуем. Немного хотя бы. Действительно, нужно всех покемонов убивать.
Сейчас как-то... А вот сейчас орб что-то как-то не прокачивается. Ну, в принципе, может еще не показывает, да, но... Все же. Как-то кажется. Ну, в принципе, давайте еще поубиваем. Может, действительно, хотя нет, я не думаю, что первого покемона нужно убить такого, как орб, например, там, ледяного, да? Хотя, фиг его знает. Но я не знаю, честно. Вроде нет. Посмотрим, будет ли он заполняться. Так, сейчас. Вот тебя еще. Да твою же мать. Я ж забыл. Ладно, сейчас. Если он в земле, то... Да, он в земле, но, в принципе... не знаю. Ну, давайте. А то, что у меня факелов сейчас нет, это вообще капут. Ладно, пофиг на тебе. А, мили. Короче. Так, что я хотел? А, вот что я хотел. О, ну, сейчас там еще один. Я же забыл вставить его камень в этот. А как я нафиг вставлю камень в... Сейчас. Водный, что ли? Frozen, да, отлично. И я забыл просто, ребята, честное слово. Все, сейчас он как бы уже будет заполняться, да? Действительно, забыл просто. Так, ребята, ну, в принципе, давайте уже на этом закончим. Купили мы еще один алтарь, сейчас мы будем еще прокачивать орб, да, и потом у нас будет Артикуно. А вот по поводу следующего алтаря, ну, в принципе, у нас вот сейчас в инвентаре, может, 10 алмазов, да. Это из скольких покемонов-боссов? Ну, в принципе, будем мы их убивать, я так думаю. Ну, будем мы их искать. И поэтому, ребята, в принципе, давайте уже на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.